при отступлении украинская армия наступала, взрывала, все уничтожила инфраструктуру. Таким способом они хотели задержать. Это вот один из мостов северного направления Артемовска, который был взорван. Реку пришлось ту форсировать. Чем мы успешно? Скажите, а много они объектов инфраструктуры? Судя по тому, что мы видим, они уничтожают вообще все, что замедлит наше продвижение. Мосты, какие-то коммуникации. Плюс они, я так понимаю, делают пакости там, уничтожают все, чтобы потом нам больше восстанавливать. Гражданскую в основном инфраструктуру катать. Полетело, пока мы туда шли. Громко было, спрашивали как раз. Вот именно это и полетело. Еще. Пойдем. Пошли.